Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня у нас мега выпуск сюрпризов в пакетиках. Откроем целых 30 разных серий. Миньоны, Шопкинс, Фили, Маджики, мини-фигурки Лего, My Little Pony и многое другое. Будет очень интересно. Если вы любите сюрпризы в пакетиках, не забудьте поставить лайк под видео. И первый пакетик будет «Гадкий я», 7-я серия от Mega Bloks. Коллекция очень прикольных миньонов. И есть одна секретная фигурка. Игрушка идет разборной. Собралась прикольная фигурка миньона. Он стоит на подставке в виде детальки конструктора. Одет в черные перчатки и черные ботиночки. Глазик у него на резиночке. Выглядит классно. На голове у миньона какая-то непонятная штука. То ли вантус, то ли корона, то ли какой-то прибор. Не знаю, что это. Как вы думаете, напишите в комментариях. Качество у игрушки отличное. Сафирос от Симбы. Собери коллекцию из 17 дракончиков. Дракончики живут в волшебной стране Терракона. И они бывают четырех видов. Драконы воздуха, огня, воды и земли. Также в пакетике есть вот такая карточка с именем дракошки. Это Номус, дракон воды. Какой милый голубой дракончик. Лежит и отдыхает, добродушно нам улыбается. Крылышки у него бело-розовые, они гнутся. На голове у него маленькие белые рожки. Выглядит прикольно. Сам дракончик флакированный. Красивая игрушка. Из пакетиков Сафирос у меня уже собралось 3 дракончика. И все они из разных стихий. Земля, вода и огонь. Еще бы найти из воздуха. А всего в коллекции их 17. Мне осталось найти еще 14. Лего мини-фигурки Симпсоны. В этой серии 16 персонажей мультсериала. Мини-фигурка идет в разборном виде. Патриция Петти Бувье, сестра Марч и Сельмы. Сделана игрушка качественно. Юбка у нее тряпочная, все остальное пластиковое. В руке она держит зеленую сумку. Мини-лента 2. Приходи, собери, играй. Миниатюра в виде средства для стирки в пластиковой бутылке Ариэль Горный Родник. Выглядит прикольно. Как будто реально уменьшенная копия настоящего товара. Пакетик «Ласковые зверушки» от Труди. 12 милых зверушек, собери их всех и узнай, кто с суперэффектом. В каждой игрушке из коллекции есть описание. В серии есть бабочка, мышонок, утенок, тигренок, гусеница, улитка, лошадка, пчела, кролик, крот, геккон и собачка. А вот и сам пакетик с игрушкой. Вкладыш сделан в виде книжки. Кроме игрушки, в пакетике была частичка пазла. Похоже, если собрать всю коллекцию, соберется картинка. Пчелка по имени Марика. На вкладыше она была черно-оранжевой, а на самом деле оказалась серо-оранжевой. Игрушка флакированная. Выглядит прикольно. Классные у них маленькие крылышки. Прикольные антенки. Веселая и добродушная. На шее у нее пластиковый жетончик с логотипом фирмы Труди. Шопкинс, 3-я серия. Одна фигурка в сумке для покупок.
есть руководство коллекционера. Бывают Шопкинсы обычные, редкие, суперредкие, ограниченный выпуск и суперограниченный выпуск. Все Шопкинсы делятся на виды. Кондитерские изделия, шляпки, обувь, сладости, овощи и фрукты, национальные блюда, бытовая техника, канцелярские товары. И вот такой ограниченный выпуск. Они, походу, еще и светятся. Внутри вот такая зеленая сумочка резиновая с логотипом Шопкинса. Большой красный свадебный торт, украшенный желтыми розочками, а на самом верху жених и невеста. Очень классно. Аж сладкого захотелось. Маджики, сказочные принцессы, меняют цвет на солнце от Дегастини. Каждая принцесса дарит тебе фантастический браслет. Собери коллекции сказочных принцесс в фантастических платьях. Всего их 12 штук. 10 из них меняют цвет на солнце, а 2 светятся в темноте. Мне попалась Алла, принцесса пения. Она обожает музыку, любимый цветок сирень, лучшая подруга Лилия. Вот он браслетик, который дарит нам принцесса с логотипом Маджики. Он пластиковый. А вот и принцесса. Девочка-принцесса с длинными волосами цвета морской волны. На голове у нее маленькая корона с цветочком. Одета она в платье в виде цветка. Розово-фиолетовое. Выглядит красиво. Платье на солнце должно поменять цвет. Потом проверю. Пакетик Marvel 500 7 серии от Hasbro. На обложке изображены Сорвиголова, Доктор Стрэндж и Грут. В коллекции всего 24 фигурки, много персонажей из Страж Галактики. Гамора, Ракета, Дракс, Звездный Лорд, а также есть некоторые супергерои. Сорвиголова, Доктор Стрэндж, кто еще тут? Человек-паук, Призрачный Гонщик. Кто же мне попался? Енот-ракета с двумя большими пушками. Фигурка сделана кристальной, одноцветной. Детализация классная. Даже шерсть у енота прощупывается. Но я люблю больше цветные фигурки. Принцесса Дисней от Томми. В каждом пакетике одна фигурка и брелок. Всего 7 принцесс серии. Белль, Аврора, Белоснежка, Золушка, Жасмин, Тиана и Ариэль. Брелок в виде туфельки. Как вы думаете, какая принцесса попалась? Конечно же, это Золушка. В пышном бальном платье голубого цвета. Выглядит очень красиво. Прикольно у нее золотистые волосы. Качество у фигурки отличное. Из пакетиков Томми принцессы Дисней у меня уже собралось 4 фигурки, осталось найти еще 3. Юху и его друзья, 26 зверьков, собирай, обменивайся и играй от Симбы. Вот так выглядит вся серия. У каждого зверька есть имя. С каждой игрушки идет карточка, мне попался Джузи. Это обезьянка долгопят. Обитает в Малайзии. Самец. Джузи – маленький ночной зверек, живущий на деревьях. Джуди выглядит очень прикольно. Большие у него черные глазки. Он куда-то бежит. Игрушка блокированная. У него большой полосатый хвост. Можно подвигать. Качество великолепное. Обожаю фигурки зверьков.
Из пакетиков Юху и друзья у меня уже собралось 5 прикольных зверьков. Осталось еще найти 21 игрушку. Очень много. Внутри вот такая карточка со всей коллекцией. Всего серии 16 игрушек. Миньон, превращенный в свинку, стоит на подставке. У него выросли свиные ушки и пятачок. Выглядит забавно. Смешной Миносвин. My Little Pony от Hasbro. Дружба и магия. 24 фигурки в коллекции. В пакетике идет специальная карточка, на которой изображена вся коллекция пони. Всего их 24. И сама поняшка. Мне попалась Blueberry Curls. Переводится как черничные кудри. Вот такая черничная поняшка. Отставила заднюю ножку в сторону. Игрушка сделана из пластикова. У пони как будто одета зеленая кофточка. Не знаю, носят ли пони кофточки. В волосах у нее желтый бантик. Выглядит красиво. Ханазуки. Два сокровища в комплекте. В пакетике, к сожалению, нету вкладыша со всей коллекции. Попалось два вот таких сокровища. Первое из них — красная хмурая тучка с молнией. Выглядит прикольно. И синее существо, напоминающее пингвина. Оно плачет от того, что на голову упало мороженое. Прикольные фигурки. Синие еще в блесках. Эти фигурки можно отсканировать при помощи смартфона и что-то получить в мобильной игре. Кейт и Мим-Мим. Вот так выглядит коллекция. Классный фиолетовый заяц с очками летчика на голове. Сидит и машет нам. Дай 5. У него прикольные длинные уши. Игрушка пластиковая. Качество великолепное. Лала Лупси от MGA. Вкладыша в пакетике не было, а коллекция вся заклеена. Может, удастся отклеить? Вот так выглядит вся серия игрушек. Маленькая куколка в виде русалочки с розовым хвостом. Волосы у нее заплетены в косички с бантиками. Игрушка пластиковая. Мини-фигурки Лего Ниндзяго. В серии 20 мини-фигурок. Злобный рокер-металлист, одет во все черное. Волосы у него тоже черные. Магнитофон большой черный в руке. Даже подставка у него черная. Выглядит прикольно. Наверное, любит слушать хард-рок. Пакетик в виде сумочки Kitty Club. Особая серия с блеском от Драко. Кити Клуб. В него входят 12 подружек. Вот они. Каждая из них живет в своем домике. У каждой кошечки есть клубная карта. Мне попалась Эмили. Голубая кошечка Эмили выглядит очень элегантно. У нее на груди бабочка, а на голове большая белая шляпа с камушком. Сама игрушка бархатная. Выглядит красиво. Прикольные у нее глазки с очень длинными ресницами. И они могут закрываться. Первый раз встречаю у фигурок такой механизм.
Star Monsters, звездные монстры, карманные друзья, первая серия. Всего в комплекте 72 монстрика. Вкладыша с коллекцией, к сожалению, в пакетике нету. Есть две наклейки. Тут монстр под номером 62 Буглу и 71 Тубарукко. Также две карточки. Этот монстрик Ума и Гоши. Две пластиковых подставки под монстриков. А вот и сами монстрики. Выглядят очень забавно. У этого длинная шея, большие круглые уши и глаза безумные. И вот такой зеленый пухляш с одним глазом. Наверное, очень любит покушать. Монстриков можно посадить на подставку. А также подставки соединяются между собой. И когда всю коллекцию соберешь, будет очень классно смотреть на полочке. Баддис. Две карточки внутри и две фигурки. А вот она вся коллекция. Всего их тут 26. Есть вкладыш, это классно. У этих фигурок очень смешные имена, например, КТ-3D, My Little Кони, Медвежора, Ромяузес, Быкодор. И мне, похоже, попались Быкинг, Как приручить дракона, это ко мне, и Зайчика, в моей корзинке все для вечеринки. И вот так выглядят эти маленькие игрушки-кругляши, которые можно одеть на карандаш. Это Зайчика, очень симпатичная. А это Быкинг, помесь быка с викингом. Сзади у него даже хвост есть. Прикольная задумка для игрушек. Фили ведьмочки. На вкладыше есть история, к сожалению, на немецком языке. А вот вся коллекция. Разные ведьмочки. Есть даже две специальные. А вот в этих домиках они живут. С каждой игрушкой идет специальная карточка. Мне попался Зетх. Кетлер Кунцлер. Ну и имя. Зетц из Блумов. С немецкого переводится как цветок. Похоже, цветочные лошадки. И вот так он выглядит. Очень красивый. Одет в резиновый розовый плащ с цветочками и блесками, закрепленный драгоценной брошью. Сама лошадка флакированная. На голове у него корона. Качество отличное. Битвы фэнтези, гномы и орки. 5 фигурок в пакете. Фигурки в пакете не окрашены, требуют самостоятельной покраски любыми модельными красками. Мне попалось 5 гномов, сделаны они очень прикольно. Такие малыши-крепыши. Это с большущим топором, в броне весь, с длинными бородой и усами. Второй гном со щитом и мечом. Готов к битве с орками. Третий гном, похоже, несет знамя. Четвертый с большущим молотом. Замахнулся. Сейчас кому-то прилетит. И еще один гном с мечом и щитом. Прикольные фигурки, можно устраивать различные битвы. Гадкий я, 9-я серия, Мега Констракс. Вот она вся коллекция забавных миньончиков. И есть секретный миньон.
очень классная игрушка. Это миньон Джерри. В руке он держит сосуд, из которого выпил он что-то не то. И, похоже, отравился. Весь позеленел, язык высунул и глаза в кучу. Не надо пить, что попало. Puppy in my pocket, вторая серия. Есть руководство коллекционера. Обычные фигурки. Редкие щенки. Ультраредкая, светящаяся. А также эксклюзивные щенки. Мне попался очень прикольный щенок породы хаски. Зовут его Коди. Он катается на санках. А в лапах у него даже снежок. Наверное, любит играть в снежки. Игрушка флакированная. Выглядит прикольно. Мне, кстати, очень нравится порода хаски. Здорово, что он мне попался. Смурфики «Затерянная деревня». Вкладыша в пакетике, к сожалению, нету, он под этой наклейкой. Отклеить не удалось. Смурфик силач с татуировкой в виде сердечка на руке. Руки у него двигаются, ноги тоже. Голова крутится. Сделан качественно. У него, кстати, две татуировки, и на правой, и на левой. Также в комплекте с игрушкой идет маленькая фигурка какого-то животного. И это зеленый зайчонок. Заяц мне больше нравится даже, чем Смурфик. Добавлю его в свою коллекцию зайцев. Очень классный. Тайная жизнь домашних животных. Конечно, тут можно увидеть через прозрачное отверстие, какая там будет игрушка. Я увидел и все равно купил. Угадайте почему. В серии 9 игрушек. А купил я его потому, что там зайка, который ревет, держась за ушки. Это золотистая фигурка. Выглядит очень круто. Еще один заяц в мою коллекцию. Какой огромный у него рот, так и палец откусить может. Новая коллекция от Маджиков – разноцветные пингвинята. Меняют цвет в зависимости от температуры. Производитель Диагостини. А вот и вся коллекция. Веселые пингвинята. 9 из них меняют цвет в зависимости от температуры, а трое светятся в темноте. Мне попалась симпатичная Рита. Ее лучший друг Илья любит танцевать, не любит грозу. Какой красивый пингвиненок. Лапки подняла вверх. Клювик, лапки, глазки, все у нее хорошо сделано. Даже есть причесочка. Выглядит прикольно. Она должна поменять цвет при смене температуры. Надо ее взять на улицу и проверить. Фигурка очень красивая. Шопкинс Happy Places, домашняя коллекция. Пэткинс сюрприз внутри. Очень большая коллекция игрушек. Есть гостиная со щеночками, кухня с котятами, праздничный ужин у котят. Также есть ограниченный выпуск Пэткинс из семейных реликвий. Мои любимые банные зайки. Потом идут сонные мишки. И пижамная вечеринка с мишками. По-моему, собрать всю коллекцию нереально. Мне попался Пэткинс из сонных мишек. Это радиоприемник с ушками. Выглядит очень прикольно. Серебряная антенка у него, динамик. Классная игрушка. Супергерои Марвел от Томми. В
Всего в коллекции 7 супергероев. Тор, Человек-паук, Росомаха, Халк, Серебряный серфер, Капитан Америка и Железный человек. Прикольная фигурка Тора с молотом. Игрушка сделана в виде брелка, есть металлическая цепочка. Игрушка пластиковая. Очень прикольное исполнение у этих супергероев. Из пакетиков Томми супергерои Марвел у меня уже собрано 4 фигурки, осталось найти еще 3. Little's Pet Shop, первой серии. Всего в ней 24 игрушки. Эта серия сделана в виде больших колец. Можно одеть на палец, в котором живет маленький питомец. Это кольцо в виде пироженки. Выглядит классно. Вверху даже маленькое сердечко. Открываем его. И внутри живет маленькая длинноухая собачка с челкой. С очень милыми глазками. Прикольная идея для игрушек. И последний на сегодня пакетик «Гадкий я 3». Вот так выглядит вся коллекция. А внутри не одна, а целых 3 фигурки. 3 миньона – Джерри, Кевин и Стюарт в тюремных робах, очень грустные. Отбывают заключение. Фигурки пластиковые. Выполнены неплохо. Прикольно у него повязка на голове. Вот такие классные игрушки мне попались в мега-выпуске сюрпризов в пакетике. Особенно мне понравились миньоны, золотой заяц, дракончик Сапфирос, пингвин, хаски и долгопят. Могу отметить, что в пакетиках все игрушки отличного качества. Если вы со мной согласны, то ставьте лайк и в комментариях напишите, хотите ли видеть выпуски, состоящие только из пакетиков. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня без сладкого.